7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал вину жителя Бреста, который обвиняется в грабеже и нападении на инкассатора. Сегодня в зале суда Ленинского района Бреста огласили решение. Преступление произошло в конце ноября минувшего года. 33-летний мужчина с электрошокером напал на инкассатора, когда тот выходил из банка с выручкой и пытался завладеть сумкой, где находилось выше 195 тысяч рублей в эквиваленте. Во время потасовки она порвалась, часть денег выпала. С ними злоумышленник пытался скрыться, однако был задержан вторым инкассатором. В суде свою вину обвиняемый признал и рассказал, что на открытие своего дела ему не хватило около 15 тысяч долларов. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Преступление обвиняемый планировал заранее. За несколько дней до нападения он купил в городе Минске электрошокер. Несколько дней подряд он приходил к отделению банка, где следил за инкассаторами. Сам обвиняемый пояснил, что преступление он совершил в связи с материальными трудностями. Показал, что хотел открыть свое дело. Вместе с тем денег не хватало, поэтому пошел на такой шаг. Похищенные средства возвращены банку. Отмечу, несостоявшийся бизнесмен ранее не был судим.